Нет, Северному потоку 2. Немецкие депутаты выступают против строительства второй ветки газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Кто подписал открытое обращение и как реагирует официальный Берлин, знает Татьяна Лагунова. Проект, который угрожает солидарности ЕС, немецкие политики призывают отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Открытое письмо подписала группа депутатов Бундестага и Европарламента и опубликовала его на страницах влиятельных немецких изданий. Под обращением 7 фамилий, все подписанты – авторитетные представители 4 немецких партий. Это ХДС, ХСС, Зеленые и Свободные либералы. Логика авторов проста. Против строительства газопровода выступают ряд европейских государств. В частности, страны Балтии, Польша, Словакия, Дания, Швеция и Украина. А значит, реализация этого проекта может привести к расколу в ЕС. Дескать, у партнеров по Евросоюзу может сложиться впечатление, что немцы и россияне договариваются через их головы. Официальный Берлин это обращение пока не комментировал, но позиция правительства известна. Германия рассматривает «Северный поток-2» исключительно как бизнес-проект. Об этом несколько дней назад заявила канцлер Ангела Меркель после встречи с польским коллегой Матеушем Моровецким. И добавила, он не угрожает диверсификации энергоснабжения ЕС. Подобную позицию не раз высказывал и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Завтра «Северный поток-2» планируют обсудить и в Брюсселе, правда, косвенно. Профильный комитет Европарламента рассмотрит предложение Еврокомиссии внести поправки в энергетическое законодательство ЕС. Так, чтобы его нормы распространялись и на газопроводы, по которым голубое топливо поступает в Евросоюз из третьих стран. А это может существенно усложнить реализацию проекта, старт которого намечен на лето этого года. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».